Здравствуйте, мои хорошие! Вот и уходит от нас жаркое лето, но грустить не стоит, ведь осенью традиционно открывается театральный сезон. И уже 2 сентября новый драматический театр «Либерта» ждет своего любимого зрителя. А я пока расскажу вам о погоде. В четверг, 1 сентября, в набережных Челнах облачно, возможен небольшой дождь. Столбик термометра покажет нам 23 градуса тепла, ночью плюс 13. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. До встречи в зрительном зале.